В МЧС назвали предположительную причину страшной аварии под Омском. Напомним, на минувших выходных в Нижнеомском районе пассажирский автобус «Пас» столкнулся с инкассаторским «Соболем». В результате 5 человек погибли. Возможной причиной аварии на трассе Омска-Муромцево могла стать попытка обгона водителям рейсового автобуса снегоуборочной техники, которая в этот момент работала на трассе. Из-за облака снега, поднятого коммунальщиками, водитель автобуса мог не заметить инкассаторскую машину, ехавшую навстречу, и врезался в нее. Сейчас эту версию отрабатывают полицейские. По предварительным данным, водитель автобуса при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, допустил столкновение с встречным автомобилем. В настоящее время проводится проверка по выяснению причин и условий совершения дорожно-транспортного происшествия.